оскорбляет Минобрнауки, Министерство образования и науки, да? Возглавляет Ливан. На здании МГУ, когда я иду в театр старинной музыки, на столбах МГУ, который занимает более 300 гектаров, на столбах написано изображение кирпича, ну то есть нет Ливана. Но студент высшего учебного заведения МГУ ничего же не делает, студент, передавая часть МГУ. Вот они видят вот эту колониальную систему. Мало того, я иногда вот в театре встречаю ребят, которые одеты в военную форму. И у них спрашивают, у вас что, боевая тревога? Нет, говорит, у нас химический факультет защиты, кафедра хим, как, ну, кафедра. Вот мне, например, вот этот биологический, этот, дали за Крымск. Слышите? Крымск. Ну, было недоразумение в Крымске.